буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Жадность – наиболее распространенный порог в этом имени. Звук «У» дает человеку активное воображение. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Люди с буквой «С» в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Упрямство и завышенная самооценка мешает обладателю буквы «Х» в имени правильно оценивать свои взаимоотношения с окружающими, а предрасположенность к депрессиям приводит к нервным срывам. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. У них внутренняя установка преуспеть в жизни собственными силами, завоевать авторитет, независимую позицию в жизни. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Люди с буквой «М» в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Им важно, как они выглядят в глазах окружающих, поэтому стараются добиться высоких результатов выбранной деятельности. Блеск, искрометность – вот впечатление, которое оставляет после себя обладатель этого имени. Буква «У» говорит человеку, что не все стоит делать так, достоянием общественности. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Для носителя этого имени все планы и начинания благоприятным образом осуществляются в период, когда Луна в своем астрологическом доме максимально сильна, то есть с 20 июня по 27 июля. В эти дни людям с этим именем будет сопутствовать удача и проницательность в делах. Главные качества этого имени – обостренная эмоциональность и развитая интуиция, богатая фантазия, способность разделять чувства, любовь и преданность. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Людей с этим именем считают добродушными, может быть немного наивными, но всегда готовыми прийти на помощь, отзывчивыми и бескорыстными. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.